Уровень продаж видеокарт растет. Как сообщает CoinDesk, Хуан Джэньсюнь, генеральный директор производителя видеокарт NVIDIA, отметил, что растущий спрос на криптовалюты привел к увеличению спроса на видеокарты. Он также полагает, что блокчейн и криптовалюты – это надолго, то есть на рынок придут новые криптовалюты и спрос на видеокарты не упадет. Рост криптовалют привел к тому, что число продаж выросло в среднем на 59% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, в прошлом месяце гендиректор AMD Лиза Су отметила, что компания не рассматривает продажу видеокарт для майнинга в долгосрочной перспективе.